Ну что, поехали кататься. Покажу вам наш поселок от того конца и до центра. Начнем с того конца, а потом в центр приедем. Здравствуйте. Ну все, поехали. Дороги, конечно, у нас очень прекрасные. Ямы до кочки. Разогнаться невозможно. Хотела разогнаться, а тут никак. Ну, а где ехать? Асфальта совсем мало. Вот тут немножко есть. Разгонимся до 30 километров в час. Это мы едем по Луговой улице. Первая Луговая. А там выше вторая идет Луговая. Надо прав на велосипед, а то бы сейчас машины мне тут раздавили. Куда я выехала-то? На четырех-то колесах, конечно, лучше ездить устойчивее, чем на двух-то. Два колеса, это вам не четыре. Вот это у нас здесь сейчас подъезжаем. Сауна. Подъедем, сейчас покажу. О, сигналит мне. Надо тоже посигналить. Вот это сауна. Ни разу здесь не была. И гостиница там тоже есть. Куда-то едет на... Куда-то едет на меня прямо. Я уже и так вжалась в
правую сторону, на самую край дороги. Вот это у нас досы. А вот подъезжаем к магазину «Чайка». Вот и магазин «Чайка». А дальше будет другой магазин. Сейчас посмотрим. Это «Бирюса». Магазин «Бирюса». 30-й по-нашему. Мы раньше его 30-й звали. Да и сейчас его зовем так же. А вот церковь у нас. Проезжаем церковь. Не знаю, видно, не видно. Я уже второй раз еду. Первый раз проехала, сняла только одни макушки деревьев. Небо да деревья. Второй раз поехала переснимать, чтобы дорогу показать. Ну и дома. Ну и вообще... Кто навстречу поедет, кто обгонит, кто перегонит. Вот это мы выехали на Ленина. Это улица Ленина. А сейчас завернем на железнодорожную. Сейчас проедем вот эту Ленина. И потом по железке поедем. Ну вот никак не разогнаться. Еще как-то у нас тут таксисты работают, такси ездят. Это целый день по этой дороге. Невозможно никаких нервов оставить в покое. Не хватит никаких нервов по таким дорогам таксовать. Машину ломать только. Ну все, пошли на разгон. На первой скорости пока езжу. Третью не включаю. И вторую тоже не включаю. Приехали нас на конечную остановку. Здесь у нас была остановка автобусная, конечная. Сейчас переедем пешком. Трубу-то. И дальше поедем. Здрасте. Вот заезжаем на железнодорожную. Вот здесь у нас был вокзал когда-то. Когда-то был вокзал, теперь его весь снесли, разобрали, ничего не осталось. Хороший был вокзал. Хороший был вокзал, говорю. А теперь
Ничего нету. Экономить надо энергию. Побыстрее ехать. Пока нету машин. Сейчас на заводскую приедем. Проедем железнодорожную и потом на заводскую. Надо бы остановиться, проверить резкость. Фокусируется, не фокусируется, а то, наверное, сбивается резкость. Сейчас остановимся на переезде, посмотрим, как записалось. Но третий раз не поеду, и так уже два раза объехала весь поселок. Здесь магазин «Орхидея», цветочки продают. Я там семена покупала когда-то, в прошлом или в позапрошлом году. О, такси здесь таксует, останавливается. Остановка такси здесь. Еще одна девушка едет на таком же велосипеде. Вот еще одна на таком же велосипеде. Но только другой немножко цветом и формой. Вот заезжаем по другую сторону железной дороги. Там по правую сторону, а это по левую поедем. Здесь вообще плохая дорога. Асфальта вообще нету. Хорошо, ветер обдувает, не жарко. Посередине ехать, машина сзади может поехать. Будет сигналить. Дорогу ему надо будет. Но у меня сейчас весь велосипед развалится. Такой тряски. Ну вот куда отвернуть? Некуда даже отвернуть. Сплошь. Сплошь, как будто тут град большущий падал и всю дорогу избил. Или снаряды падали. Везде воронки. Невозможно. Но сейчас на заводской там ровная дорога. Одна улица только хорошая. Когда же она кончится, эта стиральная доска? Господи, я же хотела остановиться на переезде. И что-то проскочили. Ну что же, что с ними? Что запишется, то и запишется. Телефон будет виноватый, не я. Если не будет резкости. М-
Машины тоже крадутся, еле-еле едут. Пешком можно перегнать. Вернем на заводскую. Не захочешь кататься по таким дорогам. Так, жмем газ. Все равно попадаются неровности. Вот по такой бы дороге кататься-то надо. О, все равно тряхануло. Можно из дороги слететь, если зазеваешься. Нужно очень быть внимательным. На стадион бы заехать, посмотреть, что они там делают. Все перерыто, все перекопано. Куча везде. Техника стоит. Не слышно, чтобы что-то работало. Но построили беседки. Пошел на Сретенск. В районный центр автобус пошел в Сретенск. Заехали. Подъезжаем к площади. Заезжаем на площадь. Вот это администрация.
наша администрация поселковая. Сейчас заедем в тенечек и посмотрим, что мы наснимали. Все, посмотрим. Хорошо все видно. Поедем дальше. Ровно надо, чтобы было все. Все. Сейчас по другой улице поедем. Сначала по заводской немного, потом по клубной немного, потом по луговой. Но я все покажу. А потом уже на нашу, на мою, на горную. Так, это мы на заводскую. Здесь потому что завод, проезжаем завод, судостроительный, и значит улица заводская у нас. Куда-то съехала с дороги-то. Еще один магазин проехали. Вот шанс магазин. А вот стадион Труд. Заезжать не будем, а проедем мимо. Будем снимать, когда все сделают красиво. Потом будем снимать. А сейчас там стройка. Вот еще один магазин. Раньше был стеклянный весь, а теперь его закрыли. Стекло закрыли. Теперь не знаю, как называется. Не написано. Вот выехали на клубную. Здесь у нас кафе «Мандарин». Проезжаем. Видно, не видно. Дальше идет у нас детский дом. В деревьях тоже незаметно его не видно. Но вот так вот повернусь как-то. Здесь проезжаем детский дом. Это все клубная идет, клубная улица. Здесь перекресток у нас, магазины тоже есть. Зайти, наверное, надо что-нибудь купить. Молока кончается у меня, как всегда. Так, вот здесь станем.
Что, разрешат снимать, не разрешат? Может, ничего не заругается? О, здесь как прохладно. Дверь-то закройте. 250. Я рассчитал так. Все рассчитал. Что еще? Здравствуйте, мне молока. Какого? А вы в бутылке вон в той. А нет у вас его? Мне бутылка-то. Вот только одно осталось. Давайте последнее мне тут. Как всегда, все последнее. Угу. Яблок еще свешите. Каких? А вон. Сколько? По 240, наверное. А они все по 240. Все по 200? Да? Ну, все давайте, вешать. Да, мешочек, чтобы завязался. Ну, что, разницу тогда положу? Да. Ну, вот эти я брала вкусные. А, хорошие? Ага. Хорошие. Одних ложьте их. Вот эти. Потому что я их уже пробовала. А те еще не знаю. Ты пакет знаешь, что посчитать? Что, так пойдет? Да. Угу. Все? 433 рубля. А у вас мелочи не будет? Мелочи? Сколько надо? Тут 33. Нет, тут 33 не будет. Там вот. Рублей 5, 6, 7. Угу. Ну, сколько-то, немножко совсем. 5, 6. Сейчас мы скребем. Ну, может быть, хлеба дайте тогда еще, если что. Булочку? Ну, если у вас это, там, чтоб, ну, чтоб ровно было, без мелочи. А все равно? Все равно мелочь будет. Ну, ничего, я сейчас найду, есть. А вам помягче, позажарить? Зажарить, конечно. Все, вот такая подойдет? Да. Ой, к чему только? Опять какой-то маленький пакетик. О, перестали. А, ничего, все будет. А, нет, нет, нормально. Просто булочка. Не, просто это высокий дежур. 512. Значит, 1529 рублей. Есть сметана? Нет, все завтра. Завтра груз. Но... Здравствуйте. Мой конь вороной стоит, меня ждет. Вот эту яму лучше так проехать пешком. Проскочить надо, пока машина не проехала. На Луговую выезжаем.
Но что-то машина... Сейчас застряну в этой грязи. Машина не обгоняет, тоже тихо едет. Так, это переулок на Нагорную улицу нашу, мою, где я живу. Здесь в гору надо с разбегу разбежаться, только бы там другая машина не выскочила. Вот Нагорная. Улица моя родная. Стоять. Пока не буду закатывать, может быть, еще поеду куда-нибудь. Все, приехали домой. Кузя, привет. Все тихо тут было. Все спокойно. Жарко тебе. Жарко. Че моя хорошая?